Так, товариш військовий комісар, будь ласка, дорогі вам слово. Спасибо за допомогу. Все это, то, что вы привезли, будет равномерно распределено среди наших частей, которые дислоцируются на территории Салтавского района. Дякую большое за увагу, за людям, которые это собрали все. Голосніше говорить, любіть. Які це все собрали людям, простим людям. Самі звичайні прості люди, школярі. Прості люди, да, школярі, які собралися для, ну, фронту, так сказати, армії. На території Салтавського району дислоцируються 11 частин. Все це по нужді розподілиться по частям. Салати, тушонки. Тут там буржуйки ми завезли вам на блокпости. Ну, це от, у нас є некоторі частини, які в полі стоять, пригодиться. Так, тут... Дякую огромне. Огромне. Спасибо. Простим людям за допомогу. Тут світла немає? Немає електричества. Да, є лампочка згоріла, воно тут. От це все. Тут. Не используется. Около 3 тонн продукции. И також тут крупы, макароны, цукор, вот мешки с цукром. Это все мы выгрузили в місті Сватове. Так что, надеюсь, что это наша не остання зустріч. Особенно благодарность людям, которые не боятся и доставляют груз на Восток. Есть люди, много помогают, но людей не хватает. Люди добровольцы, которые согласны привезти, если доставить его сюда. Разговаривая с ребятами, да, да, помощь большая, но много людей, которые отказываются везти сюда. Спасибо вам, спасибо людям. Ну и вам, звичайно, победа будет за нас. И вам подяка за то, что вы нас защищаете. А от нас, что треба, мы поможем. Вера, правда за нами. Слава Украине. Герой.